По словам застройщиков, новый детский сад в Шумихе будет сдан уже в сентябре. Сети детских садов, которые находятся у нас в стадии строительства, степень готовности вот этого детского сада самая высокая. Я думаю, что неделя, максимум две, все вот недоделки будут устранены, и детский сад готов практически к сдаче для того, чтобы 240 мест дополнительно в Шумихинском районе было предоставлено для уменьшения очередности. Новый просторный садик с большими холлами, уютными группами, спальнями и современной изо-студией этой осенью сможет принять до 300 ребят, хотя по проекту он рассчитан на 240 мест. Такое уплотнение необходимо в связи с тем, что, несмотря на снижение рождаемости в районе, а по сравнению с прошлым годом она сократилась на 8%, проблема с очередностью в дошкольные учреждения существует. Сегодня более 500 малышей ждут путевки в детские сады. В перспективе рассматривается вопрос по строительству еще одного детского сада либо созданию дополнительных групп в уже существующих садиках. Светлана Епифанова, Ольга Косарева, информационное агентство «Курган.ру».